Всем привет! С вами Рубик, и это игра Black Desert Mobile. Сегодня у нас будет не развлекательный контент, а именно познавательный и больше в информативной теме. Да и этот ролик создан для того, чтобы вы в дальнейшем повысили свой PS еще лучше. Вы никогда не задумывались, как бы выглядел Black Desert, если взять поставить все настройки в минималку? Да, Black Desert 144p уже не тот. Сделаю вывод, играйте на хороших настройках, ведь графон там приятный. Боже, какая шутка! Здарова, мои шалуны. Кто смотрит видео по BDM и хотя бы немного шарит в контент-мейкерах по данной игре, наверняка знает, о ком пойдет речь в данном видео. Рубик очень часто постится в крупнейшем сообществе по Black Desert, и казалось бы, его видео должны быть содержательными и познавательными. Но, к сожалению, по большей части это дешевый кликбит. Примеров много, но я решил разобрать видео, где он рассказывает, как можно в режиме черного духа фармить по 11% знаний за 5 минут. Как этот способ работает? Зашли мы только на локацию, на портале, переходим в ходу, при этом еще раз повторюсь, врубаем третий режим. Все, перешли мы быстренько в режим и сразу же выходим в черный дух на буквально 5-10 минут. За это время можете поставить себе чаечек делаться или еще что-то. Или этот способ очень хорошо подходит, если вы собираетесь куда-то по делам идти. Я вот так и делал, сегодня целый день мотался, буквально очень хорошо позакрывал свои знания. Все, засекли мы 5 минут, ждем. После этого мы зайдем в игру и посмотрим, на сколько процентов закрылись наши знания. Ну что же, буквально прошло 5 минут. Давайте проверим наши результаты. Как вы помните, я заходил на локацию, у нас было 0% знаний. Проверяем и видим эту картину. 11%. На некоторых мобах мы уже получили максимальный уровень. Это хорошо. Шок-контент, шок-контент. Просто нашли мы локацию с 0% знаний. Вот, как видите, еще ничего не изучено. В данной локации третий уровень покрова света обязательно, все как на видео. И сейчас мы перейдем в режим черного духа. Вот, и через 5 минут посмотрим, сколько у нас будет процентов знаний. Через несколько минут. Итак, ребятки, зашли мы через 4 минуты, я не удержался, не вытерпел 5. И что же мы видим? Нам дало всего 5%. Ну, наверное, это решила минута. Юрий, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Что же мы видим в итоге? Пиздоболы с дезинфой. Уже давно всем ясно, что Хадум в разных локациях фармится абсолютно по-разному. И не везде можно набить те самые 11% в режиме ЧД. 80% его видео это тупо кликбейт, в котором он лишь базарит теорию, но никак не доказывает свои слова на практике. Чему пример следующее видео с горячим заголовком и кричащим превью с тотемом на плюс 10. Ну что же, и теперь давайте перейдем с теории на практику. Посмотрим, на что я могу заточить плюс 1 тотем, имея вот такие ресурсы. Ничего неожиданного, с единицы я перепрыгнул на единицу. И что самое смешное, он позиционирует себя как фри-ту-плей игрок, якобы играет без доната. Но что мы видим в одном из его последних видео? Он открывает инвентарь и палит белый жемчуг, который приобретается за донат. Ой, блять, сука, серьезно? Наши деньги? На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет? Не молю, блядь, ты чё нахуй, сука, ты чё, сука, базарь? В принципе, можно было разъебать пиздобола по каждому его видео, но мне слишком лениво. Предлагаю вам подытожить и выписать диагноз данному пациенту в комментариях к видео, опираясь на мои аргументы. Спасибо за внимание, я кончил.